В апреле 2013 года была разработана новая тактика работы в системе, которая названа кубический маркетинг. Это совершенно новый вид маркетинга, который не имеет аналогов как по доходам, так и по принципу работы. Он остается тот же, что и в шахматном маркетинге, но построение команды имеет существенное отличие. Работая именно по данной технике, по сравнению с обычным шахматным маркетингом, в вашей команде будет в два раза меньше людей, а доход при этом будет в три раза больше. Итак, давайте разберем принцип. Как и в любых проектах с приглашениями, просто так в систему войти невозможно. Необходимо получить приглашение. И тот человек, который делает вам это приглашение, называется информационным спонсором. То есть он делится с вами информацией, и только вы решаете, воспользоваться ею или нет. Регистрация в системе бесплатна. По шахматному маркетингу, для того, чтобы стать участником системы и войти в нее, необходимо сделать единоразовый платеж в размере 1 или 11 долларов со своего кошелька Perfect Money или Monexy. И далее, по правилам системы, необходимо сделать 3 приглашения на ту же сумму. По кубическому маркетингу, спонсор, приглашая вас, дает вам ссылку для регистрации, но вы по этой ссылке регистрируетесь трижды, то есть создаете 3 независимых личных кабинета. Вы 1, вы 2, вы 3. При этом ваше вложение также умножается на 3 и составит 3 или 33 доллара при входе в тариф 1 и 11 долларов соответственно. Далее вам необходимо выполнить условия системы, пригласить минимум 3 человек на ту же сумму, и каждому из них даете реферальные ссылки ваших кабинетов. Приглашаете первого человека, его зовут Юра, даете ему реферальную ссылку вашего первого кабинета, и он регистрируется по ней, так же как и вы, трижды. Юра 1, Юра 2, Юра 3. Второй ваш приглашенный регистрируется трижды по ссылке вашего второго кабинета. Яна 1, Яна 2, Яна 3. И третий человек трижды регистрируется по реферальной ссылке вашего третьего кабинета. Юля 1, Юля 2, Юля 3. По правилам системы, первые номера платят за вход своим пригласителям. А так как вы являетесь их пригласителем, то они пополняют ваш кошелек. Они помечены красным цветом. А вторые и третьи номера отдаются спонсору и пополняют его кошелек. То есть за вход в систему они платят вашему пригласителю. Эти люди помечены синим цветом. Таким образом, пригласив реально одного человека, вы на одной регистрации закрываете себе квалификацию. Пригласили 3 человек, закрываете квалификацию на всех 3 регистрациях. Дальше ваш первый человек, который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке номер 1, также приглашает и регистрирует 3 человек. Первому своему приглашенному дает реферальную ссылку от первого кабинета, второму от второго, третьему от третьего. И каждый из них регистрируется также трижды. Разберем на примере человека с регистрацией Юра 1. Он сделал приглашение, и по его ссылке трижды зарегистрировалась Ира. Ира 1, Ира 2, Ира 3. Ира 1 оплачивает вход в систему своему пригласителю, то есть Юре 1, а Ира 2 и Ира 3 оплачивают вход через уровень вверх, спонсору Юры, то есть вам. Далее, Ира также приглашает 3 человек и каждому дает по одной из 3 своих реферальных ссылок. Ира 1 приглашает Наташу, которая регистрируется трижды, Наташа 1, Наташа 2, Наташа 3. Ира 2 приглашает Леню, который регистрируется трижды, Леня 1, Леня 2, Леня 3. Ира 3 приглашает Пашу, который также регистрируется трижды. Паша 1, Паша 2, Паша 3. Таким образом получается, что в команде реально 5 человек, но мы при этом получаем 7 выплат. Если продолжить строить команду и рисовать далее в глубину, то для того, чтобы получить 31 выплату, в команде будет 16 человек. В то время как по шахматному маркетингу, чтобы получить 31 выплату, надо 31 человек в глубину. То есть, следуя тактике кубического маркетинга, людей в команде нужно в 2 раза меньше, а ваши доходы при этом будут в 3 раза больше, потому что у вас 3 регистрации. Надеюсь, с этим все понятно. Теперь давайте перейдем непосредственно к маркетингу и цифрам, тому доходу, который получает здесь каждый, и будете получать вы. Система состоит из 2 частей – Dream Club и Elite Club, которые действуют одновременно и параллельно. Начинаем работать с Dream Club. Проходим процедуру регистрации и начинаем выстраивать свою команду. Сейчас перед вами представлена тактика «Быстрый старт». В системе всего 5 тарифов. Следуя этой тактике, вы быстро сможете, переходя из тарифа в тариф, накопить сумму, необходимую для входа в ваш проект
и далее создать источник дополнительного дохода, при условии, что вы будете продолжать работу в этой системе. Наш стартовый тариф $1, но я рекомендую начинать с 11, так как вы сможете сэкономить и время, и силы для того, чтобы накопить ту сумму, которая необходима вам для входа в ваш проект, и создать команду из таких же людей. Но если для вас это является большим вкладом, то начинайте с нашего стартового тарифа. Начнем именно с него. Как осуществляются переходы из тарифа в тариф? Мы входим на тариф $1. Так как регистрация у нас 3, то и вложение умножается на 3, то есть вход в систему обойдется вам всего в 3 или $33. Как только на вашем кошельке появляется сумма, достаточная для открытия тарифа $11, а это 6 выплат на 3 регистрациях, то есть $33, то мы открываем тариф на $11. За нами следуют наши приглашенные, то есть пригласив один раз 3 человека, они будут переходить из тарифа в тариф за нами, тем самым пополняя наш кошелек. И как только нам возвращается $33, мы открываем с вами такой же тариф в Elite Club и зарабатываем с теми же людьми в 2 раза больше. Далее, в тот момент, когда на нашем кошельке появилась достаточная сумма для открытия следующего тарифа, мы открываем тариф на 50. И наша команда следует вслед за нами. С первых $150, которые мы получаем с 3 человек, открываем тариф $50 в Elite Club. То же самое делает вся наша команда, и мы снова зарабатываем в 2 раза больше с теми же людьми. Как только вы накопили сумму, достаточную для входа в ваш проект, вы можете взять эти деньги и заходить в ваш проект вместе с той командой, которую вы здесь построили. Но если вы желаете создать источник дополнительного дохода, то вы можете открыть тариф на 250 и зарабатывать деньги еще и там. Также открываете тариф на 250 в Elite Club и зарабатываете в 2 раза больше. Но и это еще не все. Вы можете открыть наш максимальный тариф – $1000. И все, что заработаете там, умножьте на 2, войдя в Elite Club на тот же самый тариф. Теперь вы представляете, какой источник дополнительного дохода откроется перед вами. Смею заметить, что при переходе из тарифа в тариф мы продолжаем зарабатывать во всех открытых тарифах, накапливаем деньги для входа в ваш проект и продолжаем зарабатывать. Но и это еще не все. Лично пригласив не 3, а 6 человек в команду, ваш доход удвенадцатеряется, то есть умножается на 12. Как, спросите вы? В конце видео вы получите ответ на этот вопрос. А сейчас давайте примерно посчитаем, сколько вы получите, если вы лично пригласите в систему 10 человек. Эти цифры весьма приблизительны, и они будут зависеть от работы каждого человека в команде и от вас лично. Вы видите, что начиная с тарифа $11, 10 лично приглашенных человек пополняют ваш кошелек на $264. Из них 150 мы оставляем для перехода в следующий тариф, и чистый наш доход составит $114. Далее, эти же 10 человек, перешедшие вслед за нами в тариф на 50, принесут нам еще $1200, из которых 750 мы откладываем на тариф 250, и наш чистый доход составит $450. Далее, те же 10 человек, перешедшие вслед за нами, принесут нам на тарифе 250 уже $6000, из которых 3000 мы откладываем на вход в тариф $1000, и наш чистый доход составит $3000. Плюс к этому, в тот момент, когда вы перейдете в максимальный тариф, параллельно продолжая зарабатывать на всех открытых тарифах 11, 50, $250, вы получите с глубины $22896. Итого, за 3 недели ваш доход составит $26460, при условии, что каждую неделю вы открываете новый тариф. И далее вы работаете в тарифе на $1000, где каждая выплата пополняет ваш кошелек на $1000.